В жизни современных выпускников наверняка было много ярких праздников с красивыми нарядами. Но именно выпускной бал считается первым официальным торжественным событием в жизни взрослого человека. Цветочную тему в романтическом ключе представляет объемное воздушное платье. Легкий полупрозрачный шифон позволяет обыграть флористический принт складками на талии, напоминающими бутон цветка. Вечерней изысканности наряду придает глубокое декольте, но целомудренно прикрытое кружевом в тон цветочному принту. Основа этого платья – купон из бисера, пайеток и камней Сваровски. Их расположение на сетке диктует модельеру дизайн платья. Такой наряд требует идеальной посадки по фигуре. В этом случае изысканная ткань раскроется во всем своем блеске. Уникальность этого наряда опять же в редкой эксклюзивной ткани. В России вышитый кристаллами и пайетками купон представлен всего в 3 экземплярах, а его преобразование в платье силуэта New Look – многочасовой ручной труд. Это тот случай, когда выпускной для девушки сравним с выходом на красную ковровую дорожку. Произведение искусства от кутюр с годами будет только расти в цене. Кстати, есть у дизайнеров ателье идеи и для мам-выпускниц, которые волнуются в преддверии праздника не меньше самих виновниц торжества. Деловой силуэт из более нарядной ткани – как раз то, что нужно для этого случая. Выпускной – это всегда волнение, но идеально сидящее платье способно придавать уверенность для того, чтобы в память об этом вечере остались только положительные эмоции.